мандатную комиссию подготовить проект постановления по заявлению депутата Березовского. Это может и не сейчас, а да? Выход в интернет, что не создает возможности нормально работать и нормально выполнять свои обязанности. Я просил бы... Large-scale capital is a part of democratic system, and power is not able to fight against of capital, particularly large-scale capital. It means that if power will continue to fight against capital, power will collapse and capital will collapse, Russia will collapse. Большой путь проделали за это время. Мы удержим рубль. Борис Абрамович, власть с обществом не считается. Она полагает, что знает лучше, чем общество, что нужно делать и как нужно делать. Поэтому действия беспардонные, действия глубоко ошибочные и по форме и по содержанию. И я действительно считаю, что у меня, у тех людей, которых я знаю, достаточно сил пока еще, чтобы пытаться это остановить. То есть пытаться ограничить власть.